Всем привет! В эфире Дмитрий Гордеев. И это курс Java для Android-разработчиков на LoveBlog'е. Сегодня поговорим об исключениях. Сначала рассмотрим такую тему, как null. Если мы вспомним нашу чудесную картинку, то у нас переменные, они указывают на какие-то объекты в памяти. При этом может быть ситуация, когда переменная реально не указывает ни на какой объект в памяти. И в Java это сделано с помощью ключевого слова null. То есть эта переменная name, она на самом деле не соответствует никакому объекту в памяти. Ну и в таком случае мы не имеем права вызывать какие-то методы или лезть в какие-то поля, потому что реально-то объекта никакого нет. И если мы запустим сейчас наше чудесное приложение, то вот что произойдет. Оно упадет, видите, вот красненьким. И вот нам даже подсказывает, что в восьмой строке произошло null pointer exception. То есть мы попытались что-то сделать с объектом по нулевой ссылке, чего делать нельзя. А как от этого защититься? Ну, в самом простом случае, когда у нас есть полный доступ к переменным, ко всему коду, то мы просто можем проверить ее на null. И если не null, то там вызывать какие-то методы. Но бывает так, что мы вызываем какой-то метод, внутри которого может случиться какая-то ошибка. И как нам сделать так, чтобы наше приложение ни в коем случае не упало? Для этого есть оператор try. У нас есть какой-то метод important work, внутри него что-то происходит, и могут случиться, а могут и не случиться, мы не знаем, какие-то ошибки. Чтобы наше приложение работало надежно, мы оборачиваем его в блок try, то есть говорим, мы пытаемся вызвать этот метод. Мы не знаем, может быть, случится ошибка, а может быть и нет. Но мы не хотим, чтобы наше приложение падало. Ну вот. И дальше мы можем добавлять какое-то количество блоков catch, в которых мы будем обрабатывать ошибки. Реально, эти самые ошибки это в Java, это просто классы. То есть, если мы залезем в код, вот этот null pointer exception, это просто класс в Java из стандартной библиотеки. Ну вот. И есть целый набор стандартных джавовских ошибок, и можно еще добавлять свои. Соответственно, мы можем в блоку try добавлять блоки catch, в которых обрабатывать разные ошибки. У всех эксепшенов есть метод printStackTrace, очень удобный, который печатает в лог вот этот самый StackTrace, который мы видим вот здесь. То есть в каком методе, в какой строке и так далее произошла ошибка. Это очень удобно, чтобы потом разбираться. Ну вот, соответственно, мы можем ловить разные ошибки, по-разному их обрабатывать. И можем, наконец, поймать ошибку базового класса. То есть все эти ошибки, они наследуются от класса exception. Там, на самом деле, есть еще более базовый класс, не будем вдаваться. Грубо говоря, все ошибки в Java наследуются от класса exception. Таким образом, мы можем ловить любое количество конкретных ошибок и можем ловить общую. Но это считается плохим стилем, естественно. Лучше обрабатывать те ошибки, которые реально могут случиться. Ну вот. И, наконец, мы можем еще добавлять блок finally, который будет выполнен в любом случае, вне зависимости от того, произошла ошибка или нет. Это нужно, чтобы там освободить какие-то ресурсы, которые могли быть выделены, например, или что-нибудь еще. Этот блок finally не обязательный. Давайте теперь запустим и посмотрим. Сейчас я закомментирую тот код, где у нас падает, и попробуем запустить и посмотрим, что произойдет. Собственно, так. Нас сейчас пока интересует то, что здесь. Там дальше у меня все равно упало, но это уже другой кусочек. Смотрите, мы зашли в метод important work. И дальше случился какой-то exception. Мы попали в блок на 19-ю строку в блок catch. И нам напечатали illegal argument. И потом мы попали в блок finally на 23-ю строку. И, соответственно, выполнилось то, что должно было в нем выполниться. То есть вот так вот работает оператор try. Если случается какая-то ошибка, то приложение не падает, а попадает в какой-то из блоков catch. Дальше происходит обработка ошибки. После этого вызывается код, который мы могли добавить в операторе finally.
А если мы при этом данную конкретную ошибку не обрабатываем, то приложение все равно упадет. И что нам и что, собственно, мы и видим на экране. То есть, если мы в блоках catch не перечислили то исключение, которое реально случилось, а у нас случается illegal argument, то приложение падает. Давайте теперь посмотрим на код этого самого метода important work. То есть мы можем, кроме всего прочего, можем эти исключения вызывать сами. Это делается с помощью оператора throw. То есть мы вот с помощью оператора throw в данном случае мы вызываем, создаем null pointer exception. И если мы его где-то в коде не обработаем, то, соответственно, наше приложение упадет. Соответственно, здесь мы создаем illegal argument exception. Что ж, кроме всего прочего, мы можем эти самые эксепшены создавать сами. Так, это делается очень просто. Для этого нужно наследоваться от класса exception или от какого-то из его наследников. То есть вот есть runtime exception, который сам наследуется от exception. И все эти классы в иерархии, у которых базовым классом является exception, они все будут исключениями. Их всех можно вот кидать с помощью оператора throw и ловить с помощью оператора catch. Наконец, есть еще одна тема, касающаяся исключений. Вот какая. В Java есть два типа исключений. Первое это они делятся, исключения в Java делятся на те, которые обязательно обрабатывать и не обязательно. Вот смотрите. Тут написано, что я создаю IO exception, то есть ошибку ввода-вывода. И мне почему-то ее подчеркивают красным. Хотя, например, здесь вот я кидаю какую-то арифметическую ошибку, и все нормально. Почему это подчеркивают красным? Потому что IO exception это так называемый handled exception, то есть те, которые обязательно обрабатывать в коде. Как сделать так, чтобы наш код теперь компилировался? Нам предлагают на выбор, это я нажал Alt Enter, нам предлагают на выбор два варианта. Во-первых, мы можем, соответственно, обернуть это самое исключение в блок try catch. То есть мы реально его обрабатываем каким-то образом. И второй вариант мы можем сделать вот как. Можем сказать, что наш метод readBigFile способен кидать вот эти самые ошибки ввода-вывода. Но тогда теперь любой код, который вызывает этот метод readBigFile, уже должен сам обрабатывать это исключение. То есть если мы где-то в коде кидаем так называемый handled exception, то значит у нас где-то должно быть написан блок try-catch, в котором эта ошибка обрабатывается. Иначе наш код просто не будет компилироваться. Собственно, чем отличается так называемый handled exception от обычных? Все те, которые не надо обрабатывать, они как раз наследуются от вот этого runtime exception. А те, которые надо, наследуются от просто exception. И вот так вот в Java разделяются те, которые обязательно надо обрабатывать, от тех, которые не обязательно. Так, на этом все. Рекомендую самим посоздавать пару классов эксепшенов, написать какие-нибудь методы, которые кидают эксепшены, их поймать и обработать эти ошибки. Желаю удачи, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жду вас в следующих уроках. Счастливо!